Приветствую вас. Сразу хотел бы ответить вам на первый вопрос. Почему мужчина ведет себя именно так? А, значит, ведет себя так, потому что нуждается в самоутверждении. А он хочет самоутвердиться. Таким образом, за счет женщин, вот, потому что у него есть большие амбиции, как вы говорите, что он не богат, и это его, ну, бесит, раздражает и так далее. Вот. Соответственно, он пытается соответствовать некому своему образу, который, ну, вот, у него есть, который для него важен, который для него актуален и так далее. Вот. И именно поэтому человек ведет себя так. Там действительно за этим ничего не стоит на самом деле. Там действительно за этим нет ничего. То есть он действительно, ну, он действительно не собирается вам изменять, он действительно не собирается там что-то делать и так далее. Он не собирается. Но ему это нужно, потому что он чувствует себя неуверенно. Он чувствует себя неуверенно в себе. Понимаете? И именно по этой причине, по причине того, что он себя неуверенно чувствует, ему нужно действовать вот так. Да, это не очень здорово, безусловно. Да, это не очень хорошо. Вот. Да, безусловно, можно говорить о том, что, ну, такая позиция неправильная, такая позиция неверная и так далее. Но раз человек, значит, так себя ведет, раз у него такая вот линия поведения уже есть. Вряд ли можно говорить о том, что она изменится, вряд ли можно говорить о том, что она поменяется. Вот поймите, что мужчина в себе сомневается, мужчина в себе не уверен. Мужчина, ну, как-то вот чувствует себя некомфортно в этом своем состоянии. И поэтому он и хочет, поэтому он и пытается таким образом вот себя как-то возвысить за счет других людей. В частности, даже за счет, ну, например, вот вас. Потому что он знает, что вам не нравится то, что он делает, ну, скорее всего. Но он все равно продолжает это делать, потому что это повышает его значимость, повышает его ценность, ну, как он думает. Это, конечно, не так, но он думает так. Второе. Как вам себя вести? Казалось бы, простой ответ просится на ваш вопрос. Ну, ведите себя
естественно, не замечайте, да, и так далее. Вот. Значит, видите, так, как будто ничего не произошло, например, и так далее. Казалось бы, но проблема в том, что у вас есть раздражение, и это раздражение, пока оно есть, оно не даст вам возможности вести себя адекватно. Вот. Потому что раздражение проистекает из того, что вам самой неприятно, что у вас у самой не закрыто, что у вас самой находится под угрозой. То есть либо вы, например, не уверены в себе, либо вы, например, не чувствуете себя в безопасности, либо вы, например, боитесь потерять своего мужа, ну или еще какие-то там причины могут быть. Они разные, их много, и говорить о них сейчас это просто гадать. Вот. Значит, смотрите. Ваш муж старше вас на 9 лет. Он на 9 лет вас старше. Вот и вопрос к вам возникает. Нет, опять же, не то чтобы я против. Я не против, и никто не против, на самом деле. То есть, ну, вы выбрали вот это, вот вы выбрали такого человека, и хорошо, ладно, проблем нет. Но почему? Почему такая большая разница в возрасте? Чем она обусловлена? Не было ли у вас проблем с отцом в отношениях, вообще в семье, в детско-родительских отношениях? Потому что очень на это похоже. Очень похоже на то, что вы, ну, испытываете определенные проблемы. Вот. То есть, ну, раздражение, вот это вот ваше, да, то, что вам неприятно и так далее. Вы на мужа перекладываете ответственность за то, что вам неприятно, хотя он всегда себя так вел, он всегда так взаимодействовал, ну, с другими людьми, с другими женщинами и так далее. Вот. А вас это напрягает уже сейчас. Вот вопрос тогда. Почему именно вас это напрягает? Пока вы не примете в своей личной ответственности, личной ответственности за то, что это вас напрягает, и что вы ответственны за это, не муж, а вы, ситуация будет повторяться. С одной стороны, и с другой стороны, можно. Ну, в принципе, можно мужчину замотивировать на то, чтобы он перестал так делать. Ну, правда, момент такой, что мотивацию еще нужно организовать. Это не так просто на самом деле. Ну, нужно организовать мотивацию. Понимаете? То есть нужно, чтобы мотивация была у человека. Вот. А чтобы она была, да,
Нужно что сделать, чтобы она была? Нужно что сделать? Нужно поставить человека в такие условия, чтобы они, эти условия, его не устраивали. Правильно? Вот. Нужно поставить его в такие условия, чтобы, он был вынужден что-то менять. Понимаете, в чем дело? Вот так, я думаю, и нужно вам поступать. Именно так нужно делать, да? То есть, с одной стороны, необходимо, чтобы вы работали над собой, да? И с другой стороны, чтобы вы замотивировали своего мужа на то, чтобы он стал вести себя по-другому. Вот и все. Я думаю, именно так можно ответить вам на вопрос, на ваш. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. А если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи!